Миша, напиши там в ваге или что, места-то есть свободные, как он может на замене сидеть? Ты перенеси его и все, зачем писать? Ленчик спиздил штаны охуенные, хиловски, он может теперь вообще весь инсол охуячить. Ничего не знаю. Сука, пофиксили, пидоры. Что, левитацию? Раньше, когда вниз прыгаешь, и ты левитацию прям за секунду до платформы делаешь, ты сквозь платформу пролетал. Я сейчас так же сделал, у меня тоже не... Надо скрывать. Саня, прыгни, Саня, прыгни. А? Разбился бы нахуй. Нихуя. Короче, исключаю вагу, как он освободится, так возьму. Я понял. Я без лука, без понтова, что не самому никого. Может, кто подтянется, а что сделать? Можно и рысочку, обычку сбегай. Там, думаю, убили бы первого босса. Саня, смотри, как панда тебя обгоняет. Да мы не только первого босса убьем таким сетапом. Нормально убьем. Кого сумонить, я понять не могу. Кто-то в инсте, кто-то не. Эльбей же вдала ранее. Ну, пускай остальные сами летят, да и все. Че тут долететь сложно, что ли? Им и ЧФК же вдала ранее. Все остальные ганвестов дала ранее. Бля, ну он написал мне, что у него что-то животом. Короче, ганвеста только и все. Ну он ганвест уже здесь. Ладно, Тимыч не отдуплится, кикнем. Адмирал, вот объясни мне, а нахуя писать вот это вот в ППО? А потому что у меня вот этот спамер только на инсты. Если скинешь нормальное, обычно пустой, то канале полезно все давно. Короче, кто еще раз напишет нахуй сум, я готов его. Я уже задолбался, блядь, плюс писать, кого сумон. Пока вы там все родитесь, разродитесь. Сумон. У тебя много. У тебя даже вред. Сама забудилась. Кир, где ты? Я так и зашел. Сейчас. Так, а чё этот одноразовый у нас на магии пошёл? Миша! Уходи! Харс, место! Мой сектант, уйди! Миш, ты же понимаешь? Он тут не выпадет, а в первом же не выпадет. Кирс, пришел сум? Угу. Тебя монетку забирал. Черт,
курьям монетки полутать, зато вдруг в люлик упадет. Миша, только попробуй. В первом составе приоритет первый состав, в ДВ составе приоритет ДВ состав. Но мейн персонажа приоритетнее тут. Ничего не знаю. Ну сейчас пойдешь за моего магита. Бакна. Ну что, ставит отдом, который дублирует нажатие клавиши, и пошел. Пусть так видео. Я тут второй. Помимо тебя еще. Тогда можно. А я скажу, меня взломали. Я скажу, что ты мне его продал, и тебя еще больше взломали. А так тебя тоже взломали. Вот это, что он же свой аккаунт не продал. Перманент, точнее. Перманент. Псевдо. Ему за честность это... на первых ногтях. Старый толстый не пролазит. Я, сука, думал, скажет кто-нибудь, нет. А я знаю эту фишку, блин. Ну, знаешь, вот я там когда еще не рерапался Таурена, все было нормально. Потом рерапался, и, блин, реально, Таурен нигде не пролазит. Всякая фигня застрелась. Панда тоже нигде не пролазит. Да у тебя просто жирная панда, так она нормальная. Чё, как? Бегу на рыбу. Думаю, чё за китайский лёд? А чё, кто куда уходит, левая, чё-то я не знаю. Зачем мы чекикнули? Не, а, ну да, да я его кикнул, потому что, ну а чё, зачем ему висеть? Залог будет распределять. Ой, чё-то люди уходят, уходят, все конкуренты-то мои. Чё-то ни одного шамана не наблюдаю, да? Кому же шаманов могут взять надо? Да, Епо, убери, Епо за приход кого-то кикают за это. Им тоже снимают. Я понимаю, только их нет в рейде, я пока не могу снять. Нет, почему? Ты можешь пройти, просто точечно найти и точечно снять. А, во, показать всех, я понял. Просто... Я когда был замгэмом в своей гильдии, я этой всей фигней занимался. Это ты сейчас намек кому кидаешь, Фарада? Это я говорю, слава богу, что у меня нет доступа. О, кстати, Миша, а ты знаешь, кто у тебя сектант спиздит? Да. Мишань, порули, пожалуйста, я тут рыбу ем просто. Охуеть.
я послал 5 часов. Ну вот именно еще мысли. А я тоже только послал. Надо было ночью на БГ. Да. Я могу убить пароль. Скажу на БГ, потому что я работаю ночью. Я, кстати, косарик карал. Заебись, у тебя работа ходит на БГ. Так, ну-ка, чек на фок. Чё-то долго опять стоит, и ты вообще ни о чем. Жену Лен что-то ебланит где-то стоит. Жужен, ты хотел сказать. Жужа, жужа, да. Жижа. Жижин. Вон там Настя есть в сети. Пусть она шамана пизду. У нее, во-первых, шаман не третья категория, во-вторых, она в час уезжает. Ой. Первых-то двух боссов мы и так убьем. Миш, у вас фантазия кончилась, что вы называете теперь РТ, РТ-2? Бля, я в этот календарь вообще уже не лазил несколько месяцев. Одного хила осталось добрать. Ну, я обычно тоже туда не заглядываю, но сейчас ради интереса решил глянуть, что на свече. Я думаю, это просто пианист между своими БГшками быстренько написал и ушел обратно. Это я ему мозги сегодня ебал, он в БГ там всю ночь ебашил, я говорю, ты РТ-то напиши и срез сделай, видишь, он объяву написал. Ну-ка это, мне тоже 200-ку накинь. Нет, он я был в рейде. Срез сделал в 4 часа ночи. Просто реально между БГ, между регами срезал и обратно ушел. Я же тебе говорю, человек мне написал, что у него болит живот. Я думал, он не пойдет в рейд, а он отошел таблетки пить. А он был изначально в рейде. А я только... А ты опоздал. Ну, на 2 минуты, ну, Аля. Нихуя, не понимаю. Старый на этот, ну, на 3 минуты задержал. Я Рони, ты там хоть выиграл что-нибудь стоящее? Вот. Чё? Ой, блин, пока вас дождешься, ладно. Пойду хейс открою тогда. Ганвеста отошел, там в Дискорд кликните, я сразу подойду. Тим, блин, ты почему еще не летишь никуда, я не понял нахуй? Старый, сними ему ЕП за приход. И пусть ты не начислял, просто еще сними. Бля, что так долго? Давайте ГП РЛ зачислим за долгий сбор. Нет, а давайте ГП тем, кто не приходит. РЛ, давайте ГП Фарад за то, что он хочет у меня спиздить секстант. Сейчас допиздишься, слабая организация. Для таких случаев сидит Миша, который, блядь, всех нахуй посылает. Миша, пошли всех так. Я бы вообще не ждал бы Тимыча, а так бы пульнул. Ну давай начинать. Я ж тебе говорю, Рибу, давай, бабу, короче. Не знаю. Ганвеста, а да, к экрану. Ну смотри, Тимыч сразу в шатрате оказался. Похуй, бьем без него, ЕП ему не дам просто и все. На второго подлетит. Войд Ганвест, Ганвеста здесь, Войд. А рыбка! Я дам, когда все будут. Бабы. Коня поменяйте, ничего не будет другое.
Войт, ты пришел? Войт без рыбы будет, короче. На тебе рыбу ставлю. Там написал 2 минуты, так что не пропадет. Адмирал Жужин. Это тебе хоть крабовое мясо себе в рот запихай. Рыбу жри. Лишь бы запихай. Рыба эта. Грязная. Клавиатура морает. Так, ДКшки, вон я крест поставил. Там 2 сучки будут появляться. Ваша первая задача – притянуть их сюда. Вон, с той платформы. Здесь со слева РДД будут долбить их. Тех, кого не успеет РДД задолбить, тоже тянете сюда. Старый, а можете 4 минуты подождать? Мне просто надо телегу поднять. Это кто? Это сталкер. Ну ты стой здесь, да, иди поднимай. Ты куда полетел там? Я быстро. Подключишься, тебя похилят. В РДД зону можешь встать, чтобы если тебя... Тимбича, ты куда летишь? Старый, короче, давай, РЧ на пул и пуляем. Давай еще раз чек на АФК. Там танки хоть пришли. Тимбич там полеткой полетел, блядь. Так, Войт, ты на боссе, Кават и Ганвест на трэше. Пусть Тимыч хотя бы в инст зайдет, мы пока будем пиздить, он прибежит в инсту. К боссу? Кстати, да. Такого он там, он еще только в загрантопе, а не в этом. Нахуй, он удочки кидайте. Старик, чел, 3 танка. Да. Войт на боссе, Ганвеста и Кават на трэше. Войт, ну иди на позицию, сейчас рыба это выпадет уже, и здесь же и будешь ее танчить. Да, Ганвеста, Саважа. Не знаю, я Ганвеста просил в танк спецнуться. А, я не слышал. Пускай домой, что ли. Сундук выловил какой-то. Че, спекаться? Ну, уже... Я уже почти приплыл, если че. Да, Маш, пусть этот... Кават собирает, решись. У кого лед включен? Вырубить. Бич, торопись, блядь, прям. Ну, я не могу формить тюленя, прям ускорее ни хера. Женя, ты тотем ставишь или я? ДК, лед вырубите. А чё, вот выбежал. Хуяк утонул тут, блядь. Не успел ты. Вы уже не получишь. Не успел бы до инста добить? Нет, он как раз, он плыл только. Задолбал он. Экспериментировать. Водомет. Вот. Ну, говорю же, водомет, сова. Какая там? Совы любят купаться. Совы не любят купаться, вот они же просто их водометом обрезали.
Нет, они любят, когда их просто это... Как это? Душ Шарко называется? Хуй его знает. Бля, чё за флут? Эрелл молчит, все говорят. Всё, ДК, самая главная задача с креста тащите там. По откатке прям кова тут тащите их. РДД вон слева запиздите, пусть милики тех ближних берут. И одна еще слева вон эти ДК на платформе есть там. Алло? Да. Там мне по. Ебать вам завет. Я очень хотел. Он сейчас в гильдии кинет. Надо вечером тоже такой же. А бич проебал, да? Милики, добивайте РДД в босса. Че, я стою типа вон в уши делаю. Жень. Водомет 10 секунд. Воду. Воды. Денчика смыло. Милики, а чё трэш не добили, пошли босса добить? В чём проблема добить трэш? Все то же самое, дальних сначала тяните, РДД вон в ближнюю, смотрите, на платформе можно затыкать пока. Бля, что за хуйня? Долгонога стаки набираются от взрывов. Они должны. Блять, у меня АОЕшка не взрывается, у меня 3-8 прок, 2... За каждую цель мне там под 5 стаков. Пора походу... Старый ГП будет давать? Бля, я короче ГП раздаю за флот. Милики на трэше, РДД в босса.
Да нет. День, но... Разошлись. Все, теперь можете пофлудить. Уже, не уже желания нет. Понятно. Не сдохните на трэш. Я пока ЕП начислю. А что тканевые тапочки? Разролились. С чатом смотрите, нет? А чё, Миш, тебе не нравится, что он так настакивает? Тимбыч не успел. Тимбыч добежал или не успел? Конвестно может меня. Я понимаю, что ты проебываешь прок, но он-то у тебя смотрел. Накопился, слился, опять накопился. Не, а чё, а чё минусует ты ЕП? Я ж сказал, я в инсте. Старый ты... так. Ты босса бил? Она почему? Ну, блядь, ну вы же спулили, не подождали. Сколько можно ждать? Полчаса рейда уже. Какой сутка было уже? Ну просто можно было... Минут. Ну теоретически я мог и на замене сидеть, и также полутать. Ты не мог на замене сидеть, потому что в рейде не хватает народу. Не может ладно. Человек сидеть на замене. Ебать, конечно, разница. Вот смотри, да? У нас с Фарада почти одинаковый клип. Разница только Тринки, Усилки и Шемка. Типа разница в босса почти в лям. Ебать. И все твое геймплей зависит. Почему вот на этих мобах она не так настакивает? А там она, блядь, как... От босса, может? Что тут нормальный моб большой? Может это было нормально. Из-за рыбок? Может быть. Не, ну смотри, типа... По глыбам у нас почти одинаково. По воспламенению... Кстати, почему-то по воспламенению большая разница. По фаерболу...
Тоже почти одинаково. Амир, Амир, смотри, в чем прикол. У Лехи были вопросы ко мне до тех пор, пока Миша скриншот не скинул. Почему у нас меньше разница в 2-3 тысячи DPC? Миша скинул. Нет, почему у меня с ним разница? Я знаю, почему у меня с ним разница. У нас, во-первых, очень большая разница в статах. Во-вторых, у него типа там шемка и тринки. Это типа понятно. У меня, видишь, типа... у меня бисовый шмот, да, окей. У меня, блядь, все капы собраны, тоже окей. Но, сука, СПД у Миши, блядь, на 600 больше из-за веселков ебаных. Я возьму секстант, у меня будет еще больше. У меня с проком трини, которая вот это вот... только, блядь, достигает то, что у Миши без трини, блядь. Ну, типа, знаешь, просто если чисто по левелу смотреть, у меня с ним разница в 2 левела. А по статам очень большая разница. Все. У меня по статам все заебись, только СПД, блядь. Ну, типа, кап крита, хосты, в принципе, нормально. Ну, хотя, типа... У меня кап крита, ну, есть, хосты, голову заменить, все туда, заебись. При... Камни подобраны под этот, под, под цвет. Все. А один хуй Миша, блять, на 600 СПД больше, чем у меня. Фрэнсис, ты Миша, сколько у тебя хосты сейчас? 1064. А ты ж вроде говорил, ты меньше будешь делать, не? Нет, я сказал, что я столько же оставлю, но я думаю, побольше сделаю. Ой. Народ, может, трэш будете бить, а? А то мы тут до вечера будем сидеть. Трэш не пройдет. Вот именно, что мы трэш не бьем и не пройдем. 4 человека бьет. Потому что арестуют половину. Заебал, че мимо, да мимо, хватит их выйти. Как эти рыбки называются? Бешенки. Бешенки. Бешенки змеиного святилища. Если точнее. Карин, короче, у вас локов нету. Ради локов. Самолет. А она вообще в Дискорде? Да, в Дискорде. Потому что она там, как обычно, с Норглетом ведь. Норглет на учебе. Не мешает. Забери трэш. Спасибо. Вовремя. Миш, а это нормально, что прок от 4 кусков на бомбочку сейчас ушел в какое-то поглощение? Да. Скажи, пожалуйста, какое у НАК может быть поглощение к огню? Они же вот типа, знаешь, по всем скатам прошел урон, а по нагам нет. Вот мне просто интересно стало. Хрена. Потому они... что они склизкие. Мокрые, да. Тебя чуть-чуть подсушил, но в целом норм. А сейчас старый сидит и этих наг жует. С пивом. Нет, ты не прав. У рыбы на самом деле тут макроуны. Их даже если целый круг уберет, может ожог. Я краба ем. Ну, от наги до краба недалеко, всего лишь клешней нет. И то это, да, это не точно. Ты купил себе пиваса, кстати? Я нет. А нахуя можно в магазин ходить, если не за пивом? Зачем ходить? Я купил кое-что. За вином. Я купил кое-что покороче.
Я купил дошиков сосиском. Понимаю. Миша никогда не забудет той фотки, да? Ребят, отдупляйтесь, давай. Побольше дамага, побольше хила, еще в РС-очку сбегаем, закроем. Не, надо первый квартал показывать. Кстати, да, там мой пояс лежит. Где? В первом квартале. Да я сам, блядь, в субботу с вами не буду. На праздник ухожу там. У ребенка день рождения. Тоже бы хотел в целка сходить. Вот сейчас класс пронесем, еще первый квартал собрался. Папа сегодня с утра сказал нахуй ЗС, так что идем ЗС. Там бьют больно. Ядовит и краб. Брандашмык, что, простите? Адмирал, ты как будто первый раз зашел сюда. Я на мобов просто никогда не смотрел. Потом удивляется. Первое время тоже. У тебя племя седого сердца вообще никак. Нет, это не смущает, а брандашмык немножко интересный. Серьезно, седое сердце? Старая. Слушай, я ничего, конечно, накаркать не хочу, но в сравнении с той ЗС, когда мы на каждом втором трэше вайпались, сейчас получше. Пизда. Ты подожди, тут мы еще не дошли до места, там где подряд. Поверь, мы дошли уже до тех мест, где мы вайпались. Нет, там тогда просто очень много трэша сагривали. Мы даже вот здесь вот, когда стояли, здесь огонь, блядь, яды, хуяды, и мы вложились, я как не знаю. Потому что сейчас сагрили, блядь, не по три мага, как обычно, а одного всего лишь. Да, у магов-то жесткая ловишь. То есть вы мне предлагаете думать, что драгон говно, да? Шоу. Нет, просто чем выше эквип, тем больше люди думают, что им поле. Понимаешь, типа, есть разница, что чем выше эквип, тем люди меньше башкой начинают думать. Это особенно в танк почему-то видно. Не, ну эту тенденцию я давно уже заметил. И тоже не хочу против никого и ничего говорить, но тогда бы Леха бы не залетал с криками «Танки говно, держите всем ГП». Когда был в Египте. Да это-то понятно, я ж тебе не про босса, я тебе про трэш показываю. На боссах танки вообще чудеса творили. А, да, кстати, впереди у нас еще каратрэш, так что рано пока что. Что там на каратрэше сложного, если боссы последние? Бля, я надеюсь, вы лутаете этих дебилов, потому что я никого не лутаю. Хера пока нет. Вообще, старый... только Карина, только Карине есть какая-то разница на этих бобов. А, ну хотя... Ты забыл, что тут воронки не падают? Воронки падают у Вайши, там ближе к ней. Да помню я, когда там штук 5 сразу выпало. Нет, 4 было. Не, пятая с босса же. Ну, пятая с босса. Там просто 4 штуки. Толстый к нам приходит. Отойдите сюда, вон жир идет к нам. Че, мы трэш почистили? Рыжу пока набили. Пожалуйста, ты вообще диспел не нажимаешь, да? Надо тему на форуме создать. Чтобы к праздничку увеличили процентаж освободения воронок. Хреновый, не хреновый. Хреновый, он уже плюется. Хреновый. Ринджу возьмите. Он срет.
Че, можешь мага залить? Конечно, мага сначала, потом этого нахуй. Сейчас маг тоже поуешит. Все ебашат большого, блядь. Большого я... хп тикают больше, чем у мага. Похуй, я а в одной балла его ебал. Хотел на тебя наехать, но не буду. На кого, Кирс? Кирс первый раз увидел, как человека зовут. К мобу зовут, вот их со мной наехать. За три месяца. Саня опять откатился. Я не знаю, как я откатился. Только он не знал, как это моб называется. А, я от ледяной стрелы. Потанцуем на твоем трупе, что? Только не бегайте, не бегайте. Все, отбегайте от этих мудаков, там лужа будет. Дайте отбирала, честно, в гостях. Миш, мне одному кажется, что у нас какой-то талант не работает на мана-реген, что у меня просто нереально быстро мана отсечет. Убегите, а то сейчас лужа. А, у нас просто МП-5, все, я понял. Ты видел, как этот гном споткнулся, ой, гном, гоблин, харси? Когда съебывался? Да. Я видел, я что-то заржал. Боешка. Сальтуху въебал. Боешка, старый, вот здесь. Прыгаю сзади. Сзади. Не, Миш, ё-моё. Понимаешь? Есть. А, у меня при всем при этом даже... Ну, раньше не настолько быстро мана садилась. Я же уже сколько в этом Скорчев Т5 играю? Две недели. У меня так мана быстро не заканчивалась еще, по-моему, никогда. Вы нажимаете мана цветы. Да, понимаешь, у меня все в КД постоянно. Ну, у меня, типа, минута до прилива еще оставалась, у меня уже маны не было на этом. Скрыть. У тебя от крита уже ресается ман. Ресается. Ёпта, бля, у меня 100% крит, алло. Значит, не стоп. Где-то вы лажаете. Я уже увидел, МП5 не висел. Пончик, а чё ты в том ворка спекнулся, а не в корову? Не хочу корову. Я хочу в двери пролезать. Да это мало где нужно. Ну, в принципе, когда привыкаешь, уже и так можно пролазить. Пока. Да зачем, блин? Он лично, не знаю, всех в комнату засунет, а я не пролезу. А ты боком входи. Да, наоборот, ништяк, кстати. Тебе в комнату закинет, ты стоишь в туннеле шлича. Нет, он застрял в дверях, и мы обратно не вылезем. Что там вообще происходит, когда он всех засосал? Он стоит, мечом крутит. Да, он просто... Он можно сказать, что он АФК. Бля, где этот тотем? Нашел уже. Ну-ка, чекну-ка я на АФК. Надо было молча, старый, молча. Да. А сейчас не успеет подбежать, нахуй, ИГП. Рога отъезжает от яда. Какая это? Забавная ситуация. Че, там нету больше никого? Войд на этот, войд на боссе. Кого там иллюзию заберешь? Ты...
Ну все по стандарту, ребят. От ветерка дохните, тут же ГП вам летит. Босса переагривайте, дохните, ГП летит. Все стандарт. Старая, повтори стандарт, пожалуйста. А что, тут кто-то был, кого нет? Не, я здесь был, но я не помню так. Короче, начинаешь долбить босса, вот после этих трех мудаков появится босс. Смотришь за своим агро. Когда начинается вихрь, просто отбегаешь от вихря и ничего не делаешь.